Все на свете из пластмассы, и вокруг пластмассовая жизнь. Это инсталляция из вещей, которые легко купить в китайских цифровых магазинах. Она изображает оазис, который просто создается компьютерной командой «копировать-ставить». В Самаре представили выставку о том, какими современные художники видят жизнь и искусство в цифровую эпоху. В этом и идея выставки, в этом мерцании, в том, что зритель погружается, да, в такое полусон, полуцифровую реальность. Многие здесь вещи связаны именно с хаосом, с потоком, безудержным потоком образов, цветов, форм, которые существуют в интернете. В экспозиции работы и местных, и иногородних художников. Каждый из них по-своему видит жизнь в интернете. Игорь Самолет собрал свой автопортрет из переписки в соцсетях, плейлистов из музыкальных сервисов, модных фильтров на своем изображении. Другие художники идут от обратного. Картины Михаила Михайлова кажутся сделанными в компьютерном редакторе, но выполнены вручную. Не чужда художникам и самоирония. Описание к работам создала обученная нейросеть. На уровне ощущения образов это полный веб-панк, так сказать. То, что мы пережили в интернете в 10-12-х годах, когда только происходило вот это зарождение веб-искусства, оно появилось как шутка. Но, как мы видим, через сколько прошло? 10 лет, это переросло уже в выставки. Узнать, какое оно искусство в цифровую эпоху, можно будет до 12 декабря. Мэри Елчан, Семен Безгинов, Константин Головин. События.